Мягкие деревянные карандаши рыбакит папа рисует, плюс специальные уроки рисования внутри. Друзья, привет, меня зовут Ваня, я рисую на канале Рыбакит для вас. Сегодня мы будем рисовать двух девочек под дождем. А сегодня тема субботника — это дождь. Будем рисовать не красками, не кисточками, а вот такими фломастерами. Бери два фломастера, желтый и голубой. Начнем с голубого, чтобы было все хорошо видно, да? Нарисуем линию чуть левее. Здесь вот такая линия, я думаю, это модный рисунок, очень мне нравится. Вот такая линия, отличная линия. Теперь нарисуем голову девочки. Вот такая голова девочки и плащ. Плащ отходит в сторону и возвращается. Вот такая голова. Можно сказать, что это часть замочной скважины. Похоже. А теперь здесь рядышком, чуть подальше, вот тут, нарисуем вторую такую деталь. Линию. И теперь рисуем очень симметрично. Что слева, то и справа. Как бабочка. Вот так закругляем. Ведем сюда. И ведем сюда. И вот у нас получается две одинаковых фигурки. Закрашиваем две фигурки цветом, каким хочешь. Я взял голубой, я взял желтый. Эти цвета самые клевые, потому что они, когда соединяются, очень приятно на них посмотреть. Желтый. Теперь голубым раскрашиваю. Также и замечу, что я раскрашиваю такими толченными фломастерами. Если раскрашиваешь обычными фломастерами, то можешь использовать и акварельку для раскраски. Или мелок масляный, тоже будет здорово. Ну и фломастерами тоже. Ставь на паузу, если не успеваешь. Теперь будем рисовать им... Что же будем рисовать-то? Ботиночки. Давайте ботиночки нарисуем. Ботиночки здесь. Один ботиночек. Сапожки, конечно. Теперь второй сапожок. Так, две девочки по два сапога. Один, два, три, четыре. Четыре сапога. Здесь еще один сапожок. И один здесь сапожок. Две девочки встретились под дождем и улыбаются. Сапожки сразу раскрасим желтыми. Раскрашиваем. И отлично. Желтые сапожки приятно всегда в таких ходить по лужам. Сейчас мы будем лужи рисовать. Но возьмем черный цвет и нарисуем самих девочек. Девочек сначала прическа. Прическа. Носик. Тим. Носик. И наверное, как ротик. Носик. Глазик. Так, лобик, носик, подбородок, глазик, улыбочка, бровки. Все, что мы нарисовали, все здорово. Теперь ручки. Ручки так идут. Раз, два, три, четыре. Ручки соединяются. Вот так вот. Очень ласково вот так они друг друга трогают. Так, раз. Хорошо видно. И два. Хорошо видно. Вот такие девочки у нас получилось. И, конечно, ножки нарисуем. Все. И вот эта ножка вот так идет. Опа! Отлично получилось. Теперь рисуем синим цветом. Я не зря его взял тоже. Теперь я хочу дождь нарисовать. Как всегда, дождь. Большую тучку нарисую. Небольшую, а такую приятную тучку нарисую. Такую маленькую тучку, которая рядышком висит. И дарит нам много-много дождичка. Дождичек рисуем просто овальчиками. Во все стороны рисуем овальчики. Много овальчиков. Даже не из тучки они идут, а в разные стороны. Много овальчиков. Маленьких овальчиков. Так, раз, два, три, четыре. Я считаю, потому что легче так гораздо рисовать. Все у нас дождички. Сама тучка тоже улыбается. Улыбается, она задружила двух девочек. Здесь лужицы, покажем лужицы такие большие. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Вот такая у нас картина получилась. Добрая, нежная и трогательная. Встреча двух девочек под дождем. Рисуем, радуемся. На тему дождя много рисунков будет. Сейчас будем рисовать большую-большую тучку, облачко, с сердечками и много-много яркого дождя. Дождь разный бывает, теплый, холодный, и мы сегодня в основном рисуем радостный дождь для вас. Все, до новых встреч, приходите еще на телеграм-канал Рыбакит Папа Сует.